Всем привет, ребята! Наконец-то сбылась наша мечта! Мы идем в Литовский банк открывать счет, чтобы платить налоги, фрилансом заниматься, зарплату туда переводить. В Литве? Да. И мы выбрали Светбанк. Да. Многие говорят, что это очень хороший банк. Да. Так что поэтому мы решили туда пойти. Такой уголок, как бы можно с компьютера, наверное, да? Не тач, нет. Тут приложение получается банка. Зачем? Что-то такое тут для детей. О, смотри, это огромный планшет. Так что ли? Во! Я чемпион. Я реально прокачиваю мозги. Я вот это не могу пройти. Давай, Таня, попробуй. В общем, вот эту штуку нужно как-то поднять. Может, тебе попроще уровень? Я подняла. Конфеты возьму. Между прочим, очень вкусно. А включающая то, что надо. Все оказалось намного сложнее, чем мы думали. В общем, изначально нам говорили, что не резидентам вообще не делать, резиденту с ПМЖ как бы все легко. На деле как бы вообще не легко. В общем, мы расстроились, но мы не расстроились особо. Мы идем в СЭБ и сейчас посмотрим, как тут обстоят дела. Да? Тут, конечно, победнее, планшета нету. Но... И конфеток нету. И конфеток нету. Но... Ну нормально. Тут сидушки интересные, похожие на эти цвета Сбербанка, но не Сбербанк. Это успех. Все сделали. Все было быстро. Люди очень милые. Все объяснили. Мы 10 раз звали их, потому что у нас всякие нюансы в работе связаны. И очень все классно. Человека помогало. Да, да. Все на русском. Отличное отношение. Поспрашивали там как что. А в СВЭБе что было? Это же вообще, это получается примерно как в России Сбербанк, то есть ты сначала должен доказать, что ты достоин у них открыть свой этот счет, что ты там 5 дней, они только будут думать, достоин ли ты открыть там счет, и мы спросили, как бы можно это, а спорить, если скаткаешь, они говорят, нет, это наша внутренняя политика, если мы не хотим, то не хотим. То есть вообще это реально как в Сбербанке. Я не особо переживал, я знал, что в Литве все с умом сделано, да? И поэтому все так и сделали, все классно. Мы уже на чуточку больше литовцы. Литовцы, да. У нас есть свой счет. Потому что в шведском банке открыли. Да, в шведском банке. Ну да, всегда мечтал открыть в шведском банке счет. Да нет, а в швейцарском. В швейцарском. А без разницы мне. Николай на счет открыл. Офшор у меня свой уже. У нас офшоры тут. Изначально мы не хотели открывать счет в все банки, потому что с этим банком у нас произошла очень неприятная история. Он нас дважды, можно сказать, обокрал на 100 евро. Это, в общем, ловушка для туристов. В общем, у нас счет был в долларах. Мы подходим к терминалу, вводим нужную сумму. И он спрашивает, вы хотите снять эту сумму в долларах или в евро? И как бы я подумал, не то что снять физически, а снять счет, а какой у меня счет? Ну, я нажимаю доллары, естественно. И что он сделал? Он, в общем, доллары перевел в евро, потом в доллары, и потом эти доллары опять в евро. И мы так потеряли 100 евро. Причем 2 раза мы и второй раз я тоже раз опять нашел. Мы то же самое. Ну, в общем, честно говоря, я точно не помню, что мы нажали. То ли мы дважды... Я нажал случайно. Общем, один раз возле Ужуписа нажали, в другой раз мы нажали на переводе. Да-да-да, в другой раз там около ратуши. Вот оно, вы получите 771 доллар. Так что мне выбирать, смотри? Не-не-не, у меня в долларах. Отказываюсь. Нет, у меня в долларах. Нет, у нас в прошлый раз тоже конвертация. У меня в долларах, я знаю, он мне доллар снимет. Доллар не даст. Блин. Тебе. Подожди, он даст доллар. Он не даст доллар конверсию сделать. То есть у меня в евро было, нужно было в евро. А мне уже в долларах. Не даст он. В общем... И самое интересное, мы это поняли дома, когда пришли, мы чек смотрим. Да. Как-то странно. Да, мы проверили потом по интернету смотрю. То есть мы не рекомендуем вам, если вы только приехали... Это ловушка, в общем. Нужно понимать, что нужно выбирать именно ту валюту, которую хотите снять.
И, в общем, очень было обидно нам. Прямо это вообще первый месяц, наверное, как мы приехали. И прям дважды это потеряли. Вообще два раза на одни и те же грабли. Но... Учатся так на своих ошибках, только так. Всем спасибо за просмотр, ребята. Ставьте... Что не так? Что, не знаю, тебя посмотри с улыбкой. Всем пока! Привет! Мы Таня и Лёша. И в 2017 году мы переехали в Литву. С этого момента начинается наше приключение. У нас много планов. Если хочешь больше интересного, задонать нам. Ссылки в описании.